Привет, дорогие друзья. Меня зовут Хаунд. Мы продолжаем выживать в игрушке под названием Generation Zero. У меня тут уже вокруг моего бункера проблемы возникли. Где-то бегают здоровые пацаны на двух ногах. Не батя робота, а просто здоровые пацаны. Амбалы такие местные. Мне показался баг был справа. Типа, что-то обозначалось. В общем, не важно. Летает какая-то хрень. Короче, кто-то летает. Кто-то бегает. И мне вот вопрос возникает. Как отсюда сваливать? Я, конечно, могу телепортироваться. Базара ноль. Но это не то. Мне надо свалить отсюда. Надо свалить. Ищу я такой, ищу карту. Смотри, что заметил. Я не помню, было ли при тебе или нет. Просто в сообществах, думаю, ты читал о том, что какие у меня проблемы были с записью. При тебе ли я открыл эту хрень или нет? Там надо, короче, было задание, типа, убейте определенное количество роботов, чтобы попасть вот сюда. Я, так получается, убил? Убил точно не при тебе. Убивал я там, сам с собой, короче, когда разговаривал. Убил я офигеть как много роботов. Там были ситуации, из-за которых я это делал. Вот. Здесь что? Охо, какие макасины, нифига. И, короче, я не знаю. Мне кажется, я сейчас могу в бункер попасть. Пойдем проверим это. Если есть... Не, велик не будем брать. Велик брать мы с тобой не будем. Так, сбегаем просто на дурака. Ногами. Если мы вдруг сможем туда попасть... Видишь, слева наверху задание. План бункера Минкин. Найдите командный бункер в этом регионе. Если мы все сделаем правильно, то все будет хорошо у нас. Тогда мы сможем пройти квест. И тогда у нас все будет еще в разы хорошее. Мы поймем, как проходить дальше все. Игра наконец-то начала описывать свои задания подробнее. Спасибо разработчикам, вы молодцы. Вы все делаете для игроков. Еще бы, конечно, карту бы немного редачнули. Для этого вам, мне кажется, понадобится месяц. Месяца же достаточно. Вы просто нанимаете людей, которые... В смысле, нанимаете? У вас есть команда, которая делает карту, да? Да. У вас есть эта команда. Просто вы просите других людей, которые минимально связаны с этой игрой, пройти, поиграть в нее, поискать баги. Человек 10 хотя бы. Пусть бегают и ищут. В чем проблема? Котята в нашей жизни это проблема. Все мешают тебе поснимать, позаниматься твоим любимым делом. Для твоих любимых подписчиков. Подписчиков. Для вас. Они просто мешают. Мешают. И приходится делать такие рывки огромные, долгие. Ну, для тебя не долгие. Для тебя-то что там? Вспышка фотоаппарата и все. Новый кадр уже. А для меня-то, извините, это ждать. Это очень долго ждать. Ну что, я достаточно убил, нет, пацанов? Yes! Yes! Посмотрим, что в этом бункере у нас хранится. Наверное, еще роботы. Это ж так логично. В бункере, где военные прячутся от роботов, должны находиться еще роботы. Это максимально логично. Со мной, мне кажется, любой согласится. Тихо. Кто у нас тут? Кто тут? Да куда? А как? Он в прыжке повернул и прыгнул. Чё за бред? Почему он в прыжке управляет полетом? Это слишком круто для паука, мне кажется. Где он? Козёл. Вау! Модифицированный прицел — это то, что нам нужно. Это то, о чем мы мечтали и просили. Ну-ка, снимай. Ну-ка, одевай. А ну-ка, одевай. Ну, на прицеле он... О, на СМГшке он убитый. Треснутый, а на калаше. Трещины расположены по-другому. Вот и все различия. Ух ты. Колонна Г-01. Кодовое имя ЦП-974. Сообщите местоположение. Последнее подтверждение координат было в 23:48. Сообщите статус груза
и РВП. Вы знаете, насколько важно задание, какие требования вам необходимо выполнить. Используйте канал 832 для ответа. Конец связи. Вот так вот. Но, как обычно, никто не ответил. Как привычно для этой игры, никто никому не отвечает. Людей не существует. Кто им говорит, что непонятно. Куда делись люди, которые эту инфу сказали, тоже непонятно. У них в бункере должна быть еда. Должны быть холодильники, которые они могут взломать в конце концов. Но нет. Эй, ты, эй, та-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 та. Сейчас убьет меня, сейчас убьет меня, сейчас убьет меня. Не убил меня, лох. Ну, капточку возьми. Не-не-не, не то. Аптечку говорю. Это кто был? Это кто был? Это кто был? А, собака, ты что ли? Я-то думал... Не убивай меня! Я думал, что-то важное. А это просто собака была. Собака! Почему она никак не обозначается? Ни враг, ни друг. Просто я вижу, что она существует, и все. Но она враг, по-любому. Разве друзья будут друг по другу стрелять? Тишина вроде. Вроде тишина. Место очень темное. Непонятно, что здесь может быть. За каждым поворотом стоит ждать подставу. Выход наверх куда-то ведет. Я не нажимал. Я тебе серьезно говорю, я не нажимал ни на что. Выход. Вы люди. А какой у меня квест, интересно? Просто полутать бункер, что ли? Или что? Или более масштабные задания? Полутать бункер, например, и не только. Я не очень помню этого места. Вообще не помню даже. Я тебе честно скажу, я вообще не помню этого места. Давно настолько было, что я просто его забыл. Вот так вот бывает. На самом деле. Ладно, погнали дальше. Может же полезнее найдем. Например, вот этот проход. Мне кажется... Эй! Я похож на человека, у которого много хп? Или чё? Ты мне скажи, на кого похож? И все. У нас такими разговор короткие обычно. Перезаряди пистолет. Красава. А на СМГшку у меня нет патронов, что ли, или чё? Почему так мало? Я же дофига собирал. Бронебойные. Самое то. Для пауков-то почему нет? Документы. Мне нужны документы. По-моему, это то, что нужно мне. Спускайся. Кажись, никого. Кажись. Да, тут никого. Что? Кто мне дамаг дал? А-а-а! Вот этот урод за дверью. А я просто ее... Я просто дверь открывать не буду, и все будет в порядке. Так почему он так... Почему он так делает? Он когда прыгает, он... Он двигается. Если врезался в дверь, то он не должен из нее выходить. Но вот как? Как? Я не понимаю этого. Что за физика в этой игре? Ну, аптечку возьми. Все, кончились. Здорово называется. Здорово. Я Дмитрий Хаунд, у которого кончились аптечки. Сколько я их не собираю, они кончаются. Обалдеть. Уменьшили что ли появление аптечек или что? Или увеличили урон, наносимый этими тварями? Я же не просто так трачу аптечки. О. Изучите журнал событий ЭВМ, чтобы выяснить причину отсутствия электропитания. Найдите причину расхода энергии в ангаре. В ангаре? Мне не нравятся звуки из ангара, которые доносятся. Походу кто-то узнал о том, что я здесь есть.
Кто-то знал на включение электричества. И мне от этого становится не по себе немного. А почему закрыто? Ясно. Ну не хотите открывать, и мне это что? Значит, там какой-то супер-сверхсекретный шифр. Сюда попасть не могу. Да почему? Я же включил свет. Почему не могу попасть? Что за бред? А, о! Лол. Так вот куда надо было идти. Здорово, собаки! Я вас и ожидал! Ты не зря взял калашников? Да! Давай, 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 домой! Все, 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 хорош, хорош, хорош! Дурак, что ли? И сюда! Ха-ха! Все! Не трогай меня! Успокойся! Так, калашников перезаряди! МП5 перезаряди. И пистолет. А, пистолет в порядке, все хорошо. Да попади ты в бак! Там еще один. Там еще один. Для этого возьмем дробовик. Патроны хоть на нем есть? Есть. Чуть-чуть, но есть. Выходи! Супер такое! Попасть не могу, прикинь! И гранаты нету никакой! Так, ну вот это заявочка на поражение. Я, короче, взял какие-то бронебойные для калаша. Попробуем с помощью них разобраться. Смотри, как быстро отлетают запчасти от него. Хорошо! Качественные патроны. Очень качественные. Мне нравится. Просто ту-ту-тух, ту-ту-тух. И все. Нет робота больше. Ну, с роботов я все забрал. Оставил им только дробные патроны, которые никому никогда не пригодятся в этой игре. Ну-ка. Ага. Так. Но это ж не причина. Этот робот навряд ли будет причиной, вы что, гоните? Я не буду его убивать, отстаньте. Или его нужно убить? Картинка говорит мне... Нужно убить. Ну давай! Долго это было. Так, найдите и изучите план. Ой, наверх надо идти куда-то. Обязательно наверх, слышь. Вот тут смотрите, сколько документов. Я тут план не изучу. Похавать есть. Куда люди смогли свалить из бункера? У них тут похавать есть. Обалдеть. Я не понимаю этого мира и этой вселенной игры. Просто не понимаю. Как так надо быть? Кем надо еще быть, чтобы такой херней заниматься? У них тут еда, вода, документы. Вам не скучно будет сидеть и все читать? Похавали, почитали, похавали, почитали. Спросили на улице. Алло, СОС? СОС есть на улице кто-нибудь? Помогите. Все хорошо, живи не хочу. Патроны есть, ты военный, есть оружие. У тебя все есть. Нет, мы умираем. Странно. Очень странно. Куда я бегу-то, мне интересно. Ух ты. Я что, вышел за локацию, что ли? Да ну! А если я вышел, то куда? Странное какое-то место. Закрой дверь. Очень странное место. Я даже план не изучил. А уже как-то на улицу вышел. Я просто спускался всю игру вниз. Странно, странно. Непонятно мне, как я так смог выйти. Неужели такая высокая гора, на которую я в бункер зашел? Или что? Или как? Ну, чтобы изучить план бункера, мне надо как-то наверх попасть. Вон туда аж. Нифига себе. О! Открылось, здорово.
Прикольно, так все по порядку открывается, оказывается, у нас. Или это было открыто? По-моему, эта дверь не открывалась. По-моему. Пякс. Кроме патрона на снайперку, здесь ничего не было, да? И ради этого вы закрыли дверь, обалдеть. Зачем? Сразу эта дверь открылась. Конечно. Конечно. Открывайся давай. Ух ты. Я сюда загляну, не поленюсь. Понятно. Можно было не заглядывать. Здесь что? Да, та самая карта, которой я и шел сюда. Потому что в бункерах такая карта должна быть всегда. Сколько всего? Это что такое? Пушка долой. Девочка, которая кричала «Волк». Ага. И все, больше ничего нету, да, здесь? Ладно. Квестов мы себе сейчас набрали. Пошли их проходить тогда сразу. Че время-то тянуть? Если есть возможность, почему не пройти? А отсюда, интересно, можно прям так, прям сейчас телепортироваться? Меня вот еще момент такой интересует. Есть еще один. Бункер Утер. Но для этого надо убить машин в горном регионе. Это где? Это тот регион, из которого я ушел, или что? Я просто немного не вкуриваю. Давай телепортимся вот сюда. А! Видимо, из бункера телепортироваться нельзя. Или какие-то другие приколы, по которым я не могу выбраться отсюда. Ну все, я выбрался на улицу. Можешь свалить, пожалуйста? Я не хочу тут больше находиться. Меня это место пугает. За мной охота или чё? Чё за музыка-то играет, не могу понять. Я свалил из бункера, все, все, я ушел из бункера. Ладно, сейчас оторвусь до конца, включу. Все? От кого? От того паука, который дверью зажала, или что? От кого успешное отступление? От кого? Ну-ка переместись быстренько. Сейчас я погляжу, это горный регион или не горный регион. И как мне еще узнать регион? Насколько помню, там должно быть поле обозначенное. Не пунктиром, как это называется, не помню. Во-во-во, вот так вот типа обозначено. Вот этим вот кругом. Это я на архипелаге. То есть горный регион, где существует, никто не знает. Вот эту штуку я видел. Пушка долой. Будем проходить ее. Найдите форт Тореберга. Ага. Этот объект один из первых подвергся нападению, а это значит, что именно он имеет какую-то ценность для врага. Найдите причину нападения и расстройте вражеские планы, связанные с этим объектом. А, убить вот этих здоровых пацанов. Так легко, конечно. Конечно, я ж дурак. Мне делать-то нечего. Пошли в город. Я как-то не знаю даже. Город поважнее, что ли? Потому что там какой-то квест девочка, которая кричала «Волки». Это, мне кажется, все знают такую сказку. Все должны знать такую сказку. По-любому, то, что девочка раз кричала «Волки», их не было. Два кричала «Волки», все приходили, а их не было. Ну, на третий раз она крикнула «Волки!» А никто не пришел. А на самом деле, ее волки сожрали. Вот так вот. Вот такая вот грустная история. Но, не суть. Берем велик себе. Бери. Погнали. Опа. Все, поехали. Настоящий деревенский модник отправляется в город покорять сердца местных самочек. Так, найдите дом по адресу. Ха, тут еще и адрес есть, ага. Ну, если, конечно, тот дом, который обозначен, это тот, тогда базара ноль. Все легко будет. А если бы мне сказали, ищите дом по адресу, вы гоните в этой игре какой адрес? Тут и на одном доме не написано, это какой дом. Ни на одном доме это не написано. Он заехать не может. Скажи, пожалуйста, честно, ты прикалываешься? О, хорош.
Ты смог заехать на мостик? Сбрось. Я слышу батерей. Слово батя. Какое множественное слово бати? Я слышу кучу батерей роботов. Мне кажется, они хранят тот самый дом, где девочка кричала волки. Тихо. Радар падай. Ну-ка, бинокль возьми. Я хочу посмотреть на них. Один прям очень близко надо мной стоит практически. Тихо. Это не просто робот. Да фак! Фак, меня спалили. Беги. Просто беги. На дурака беги. Беги на дурака. Так, это тот самый дом. Заходи. Что-то взорвется. Заходи. Горим. ХП. Зайди. Ванну. Прячься. Воду включи. Глаза проводи. Хух. Они стреляют каким-то газом по мне. Прикинь. Вот это умные твари. Стреляют каким-то газом. Попытайтесь найти какую-то информацию в доме. Сейчас найдем. Сейчас поищем, может, что найдем. Тут по телевизору новостей нету, хорошо. Так. Телефон. Телефон и записка. Мам, папа, это Вероника. Слушайте, не хочу вас пугать, но я боюсь, вы в опасности. Делайте что угодно, но держитесь подальше от моего дома. Там небезопасно. Поверьте мне, пожалуйста. Может, вам лучше отправиться к дяде Тоби? Где-то там в городе. Хотя нет. Подождите, я приеду и все объясню. Выезжай с работы. Переночую я не знаю где. И чё? А! Понятно. Этих пацанов надо убивать, как думаешь? По факту да. Но, блин, но почему я говорю по факту, да? Потому что из этих пацанов могут дать, как называют-то, очки, благодаря которым я открою бункер. Петух! Как я такое? Ну-ка, вот так вот. За наше здоровье, так сказать. Я убил его за то. Зато я его убил. Я молодец. Я считаю, что я молодец, потому что я убил робота. Я красавчик. Перезаряди хоть ракету. Так, возьми что-нибудь стреляющее, например, снайперку. Велик возьмем. Где он? Вот он. И поехали обратно. Нас там ждут. У нас там квест. Девочка, которая кричала волки. Но теперь я смотрю, поближе место какое-то. Поближе. То есть пока эти дауны дочекивают до конца тот самый дом. Пусть дальше чекают. Я спокойно завершу квест без их участия. Эть, не упади. Страшный ведь, дурак что ли? Ну? И чё за квест? Не понял. Девочка сказала, что она пойдет к ним, как я помню. Журнал. Найдите дом Вероники. Вычисляла технику. За несколько дней нападения она попыталась предупредить о том, что должно произойти плохое. После падения она связалась с просьбой помощи и оставила свой адрес в рыбацкой деревушке. Найдите дом Вероники. Вот он, лол. Спасибо за подсказку, спасибо.
Тихо, братан. Все, хорош. У меня патроны кончились. Я не могу стрелять с тобой. Все, я проиграл. Перестань мне стрелять. А, что все разрушено? Ребята, хорош. Ребята, хорош. Патроны кончились. Та. Меня сейчас просто убьют. Все. Посижу в закрытой комнате, полечусь спокойно. Закрыто. А что закрыто? Почему? Стесняетесь кого-то, что ли? Да разряди ты. Дурак, что ли? Вот так вот. Что страшное происходит там на улице? А выяснять мне это вообще не хочется. А вроде как никого. О. Ага. Я читать не хочу пока. У меня... Не в состоянии пока читать какие-либо записки. Газета в доме. Ага, очень интересно. Вниз надо идти. Внизу что лежит такое? Ну-ка, подожди. Я вверх залутаю. Чтобы два раза не спускаться, не подниматься. Вверх ничего нету. Че внизу там? Че внизу? Че я не видел? Дверь открывается, здорово. Ну-ка, скачай игруху на какую-нибудь по торренту. О, скачалась. Ага. Вот такой вот странный квест получился. Я побегал что-то, посмотрел. Скачал игруху торрентом. Куча документов открывал для себя, которые сейчас буду читать. И если это будет очень нужно, я тебе расскажу. А если это будет не нужно, то я тебе рассказывать не буду. Где у меня журнал? Все, у меня открылось миллион квестов каких-то. Почему? Да как они все открываются, я не понимаю. Как они все открылись, ты знаешь? И я не знаю. Ладно, буду с ними разбираться. А тебе я показал два квеста, как они проходятся. Рассказал, как открывать бункеры. Нужно убивать в регионах много роботов. Тогда ты все откроешь. Вот так вот. Главный итог дня. Чтобы проходить квесты, нужно убивать роботов. Вот. Спасибо за просмотр этой серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего. Всем пока.